Кроме постоянных членов комиссии, на пляж были приглашены руководители служб города, уполномоченные на выполнение необходимых работ по подготовке пляжа, такие как директоры службы благоустройства, МУП ККП, специалист архитектурного отдела администрации и другие. Будет проведен ряд текущих, плановых и обязательных мероприятий по подготовке пляжа. Это прочистка территории от оставшегося мусора после зимы, это завоз песка, это санитарная вырубка зеленых насаждений в границах территории пляжа, это, естественно, подготовка всей оснастки, которая, соответственно, должна быть для нормального функционирования пляжа. Управление по делам ГУЧС Десногорска совместно со службой ГИМС обеспечит территорию пляжа информационными стендами о правилах поведения в период купального сезона. Окончательная приемка пляжа состоится 23 мая. Кому-то кажется, что конец марта еще рано, а это не рано. Такое хозяйство, конечно, порядок провести после зимы, бутылок опять много битых. Комиссией определен необходимый объем работ для каждой службы города. Официальное открытие купального сезона состоится 1 июня.